Че? Все там на балконе лезут. Ой-ой-ой-ой-ой, чё ты там ойкаешь-то? Ой-ой-ой-ой-ой. А где тут ещё? Чё, тебе мало этих, что ли, подарков, Дим? Ну, мало. Мало? Ты какой стал у меня хулиганистый? А вот подарил это... Дед Мороз вон тебе целый конструктор большой. Играй. Нет, мало, ещё давай, мало, ещё. У тебя игрушками вообще он завален весь балкон игрушками. Пошли, пошли пиццу есть. Я открыть-то не могу. Уж собрать тебе. А, тут уже скотчем заклеен. Там скотчем заклеен, а ты 3 часа сидишь, открываешь. Папа, папа, папа. Эх, папа, папа, папа. Ты не о том думаешь, потому что. Сейчас каком? 11 марта 2021 года. Зачем так сильно скотч заклеили? А чтоб она не открылась, вот так вот будешь нести из магазина домой, она возьмет и откроется. И рассыпется все на землю. Маска, ну, что ты какой недотрог стал, а? И вот там. Будешь собирать конструктор. А ты? А ты что будешь делать? Тогда убираем, раз тебе он не нужен. Я тоже буду собирать. Ага. Так давай вместе. А я аккуратно. Наверное, аккуратно, да. Люк. Ну давай, перевернись. Открываем. Наверное, пакетик там должна быть. Открываем как раз. Ух ты, да тут их вообще. Не соберем, тут сколько много. Ну это надо собрать, вот просто собрать, поиграть там, а потом разобрать. Скорее всего, а, это смотри, так. Смотри, как все строится-то. Это я не знаю, да сколько лет-то? Офигеть. А что было в пакетике-то? Инструкция, что ли? На сколько лет? Не 3, плюс. 4, наверное. А, ну 4. Диме 4,5. 4. Сделано в России. 12 фигур. Деталей 600 здесь. Представляешь? Да, считать столько не умеешь. Слушай меня, мы сегодня за один день, наверное, скорее всего, не соберем. Будем делать несколько дней. Ну, ну ты, самое главное, не растеряй ничего. Мы с тобой... Ну, если тебе нужно будет, Жень. Чего, Жень? Куда-то, во-первых, его поставить, сколько вы там соберете. А этому нужно будет тебе убирать. Ну, туда, коробку туда. Убирать на балкон, чтобы он не растерял. Ну ладно, начнем. Да, начнем. Иди туда, каски делать, не каски, а забивать. Двери надо убирать. Двери надо сбивать каски. Да. Двери надо вот это. Забивать ее. Да. Ну ты ее поставь посередине, пусть Дима там себе тоже собирает что-нибудь. А тут ты один сидишь, собираешь, главное, а он... Ну, тут... Нет, он не соберет это. Ну пускай он что сможет, соберет. Ну, Жень. Не читы! Да, может только что-то тут не сделал. Лесу оделась, елочка, лесу она росла. Зимой лето столь зеленое было. Метели и пела песенку. Дым замерзай, по озерскому путу, а в сады не залезай. Путва. Дым замерзай.